пришла пора творческих идей и вдохновения. А вы знали, что театр с греческого языка переводится как место для зрелищ? Когда-то театр был единственным местом для демонстрации одного или несколько видов искусства. Когда-то театр принимал знатных дам и господ. А с начала советских времен театр стал доступен для простых граждан. Первый театр появился очень давно, 500 лет до нашей эры, то есть 2500 лет назад. Потом появилась такая новинка, как кино, с его кинотеатром. Кино также переводится с греческого и означает движение. На движущиеся картинки приходили смотреть тысячи и тысячи людей. Кино появилось чуть больше 100 лет назад. Потом телевидение приковало людей к домашним экранам. Но колесо истории продолжает движение, и этим дело не закончилось. А как вы думаете, где зрители сегодня смотрят новинки искусства?